joy to say that we have some Ukrainian friends with us here. Let's give a big hug and applause to them. Восхищает и гражданскую позицию певца, потому что он, как и большинство граждан Финляндии, поддерживает Украину. Well, it's incredible. You know, the start is always a lot of work to do and so on, and then when it finally starts to happen, when we see the concert. Вот мне повезло сидеть рядом с мальчиком, с украинцем, которого зовут вот так Лёша Пушкин. И сам он из Мариуполя. И сейчас он волонтерит здесь, в Хельсинки, ищет обмундирование, одежду для воинов ЗСУ. Этот концерт был направлен на поддержку украинцев, которые находятся здесь, в Финляндии, и также находятся там, где бушуют военные страсти. И я рад, что мы могли поддержать. И я хочу пожелать всем украинцам скорейшей победы. В этом я нисколько не сомневаюсь. Я знаю, что Украина победит, потому что она защищает свою родину. Она не нападала ни на кого. Она стоит на защите своих рубежей. В этом трудном моменте сложно молчать или бояться говорить правду. Потому что именно в такие моменты вся сущность души человека и общества рассказывается. И поэтому я все делаю для того, чтобы Украина победила. Я хожу на все митинги, освещаю их в Фейсбуке, пишу об этом, фотографирую. Мне нравится гражданская позиция, и как и многие деятели культуры, театра и кино, они просто прервали отношения с Россией, потому что в данный исторический момент Россия ведет практически политику нацизма. И мне нисколечко не стыдно, когда мне говорят, что ты предатель. Я не предатель. Если бы Украина напала на Россию, я бы была в первых рядах защитников России. Но получилось все наоборот. И в этом момент нельзя просто быть нейтральным или, как прозаики говорит, грызть ноготок, стоя в стороне. Или ты нормальный человек, или ты просто ни о чем. Он нас всех опозорил. Это самый настоящий позор для всех русскоязычных людей, живущих в разных странах Европы. Не знаю, как в России к этому относятся, но для меня это большое-большое, но просто преступление со стороны Путина. Invite our Russian and Ukrainian listeners to come here and join us this feeling that puts people together in their fight against the war and in their hope for peace and for the future. Я понимаю, многие люди против войны, они молчат, но большинство поддерживает эту политику, большинство поддерживает эти буквы Z и V. И вот в протест против этого я вообще поменяла свою фамилию Сузи, удалила из нее букву Z и стала писаться так, как положено по финским меркам, по финским нормам грамматики Суси. И крымские татары, и украинцы, и мариупольцы, и харьковчане, с которыми я прихожу каждый вторник к памятнику Маннергейму. Я вижу, что они люди, которые потеряли свой кровь, люди, которые потеряли своих близких, люди, которые защищают своих детей.
Эти дети должны навсегда запомнить то, что происходит сейчас в их стране, и не забывать об этом, чтобы никогда война не повторилась. Она закончится, естественно, закончится, рано или поздно, но Украина уже победила. Слава Украине, героям слава!